привет! Любите ли вы Андалусию так, как люблю ее я? Андалусия – это самая южная провинция Испании. Но это понятно, и Америку я ни для кого не открыла. Вы меня знаете, потому что смотрите мои видео и знаете, куда я сейчас еду. А еду я сейчас за 15 километров от побережья в небольшую такую деревушечку, в такой населенный пункт, где есть такой новый домик, ну, новый относительно, конечно, но ново отремонтированный дом для сдачи в аренду. И заинтересовал меня вопрос, кого эта сдача заинтересует. Ну, дальше вы меня в кадре увидите, я вам об этом еще расскажу. Но сейчас посмотрите по сторонам, вот какая дорога. Машину я не стала показывать, но это тоже раритет. Вот эти вот сосны, потрясающие виды, кому нравится. И вот мы сейчас туда едем посмотреть, что это за домик. Познакомилась я с хозяином этого дома, гуляя со своей собакой маленькой. Вот он выгуливал своих и почему-то, ну, спросил, чем я занимаюсь. И так, каким образом мы познакомились, вот он сказал, что у него есть дом, который он бы хотел сдавать в аренду. Ну вот, едем смотреть, и вас с собой приглашаю. Понравится вам дом или не понравится, мы обсудим это позже. Но вот та дорога, тот подъезд к этому дому, конечно, впечатляет. Зачем и какие вопросы я бы хотела вам задать, мы сейчас поговорим, когда я в кадре появлюсь. Ну а сейчас смотрите. Помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И смотрите, что мы сегодня, какое видео я для вас сегодня приготовила. Мы находимся примерно в 15 километрах от побережья. Сейчас я вам покажу небольшой домик. То есть он рассчитан на маленькую семью с большим бассейном, да, то есть большущей территорией. То есть для людей, которым именно интересно, ну, как у нас сейчас говорят, каса рустико. То есть отдыхать там, где не отдыхает весь народ, то есть там, где тихо, где не слышно ни машин, ни суеты, там, повседневной жизни. Я хочу вам сейчас показать картинку, да, как это есть сейчас, потому что дом новый, он только-только отремонтирован. И, в принципе, мы его сейчас готовим к сдаче к лету, да, может, к весне. И для меня сейчас очень важно ваше мнение. Если бы вы поехали отдыхать, то есть если, ну, вот придумали бы себе такую картинку, чем можно заниматься, ну, я и сама об этом, в принципе, думаю, но вот сейчас просто и помочь человеку хочется, потому что дом очень новый, очень, ну, очень хороший, небольшой, ну, вы сейчас сами все увидите, бассейн, тишина, и я сейчас думаю об идее, то есть кому предложить, то есть на аренду, и сколько люди готовы платить вот за такой дом, вот для такого спокойного отдыха, то есть чем можно здесь заниматься. Я буду вам очень признательна, если вы напишите внизу под видео свой комментарий и поделитесь со мной своими соображениями. Ну, а минимум, что можно сделать, это поставить лайк, да, и посмотреть это видео до конца. Ну что, пошли? Так, вот он этот дом, все как есть, то есть вот с этим асфальтом, на все обращайте внимание, не секрет, ничего не подмазываем. Вот здесь вот подъем на бассейн, вот я его сейчас вам сверху покажу, смотрите, бассейн достаточно большой, то есть он порядка 18 метров, то есть плавать можно вовсю, среди оливковых полей, утром, как рассказывает хозяин, солнце здесь круглый целый день, то есть с утра и до самого вечера, поэтому такая романтика деревни. Вот входим, давайте войдем сейчас в холл, вот здесь вот такая веранда, и барбекю можно делать, в доме есть камин, как вы видите, то есть вот это зал, зал очень небольшой, я специально так сняла, чтобы вы все двери видели. То есть дом рассчитан, ну, на семью, ну, две спальни, да, дом на семью с одним-двумя детьми, может быть, или там на две семьи, там, на две пары, например. На кухне надо обратить внимание, все очень чистое, очень, мебель новая, и оснащен холодильник, да, и оснащена кухня достаточно для того, чтобы можно было отдыхать. Душ один. Душ один, душ, туалет. Испанцы любят все маленькое. Опять же, если вы в Испании увлекаетесь, то для вас это секретом не будет. Но правильно сделан, потому что положено унитаз
за дверью, то есть можно будет открывать дверь, очень маленький, конечно. То есть вот такой кантри. Здесь будет детская, то есть здесь можно, будет поставлена еще одна кровать, а вот там вот как бы большая спальня. То есть все это за одной стенкой, то есть подробнее смотрим. Это задняя часть дома, то есть есть стена, чтобы земля с горы не падала к дому. То есть все будет достаточно чисто. Вот еще раз мы поднялись на второй этаж. И еще раз я показываю вам уже всю территорию, чтобы вы видели при таком маленьком доме такую большую территорию. Ребята, посмотрите, какая красота вокруг. Это мы только что из дома выехали, но... Я просто сейчас чуть-чуть с машины покажу вам вот этот вот весь обзор, да, как все это выглядит. Ну, это шикарно, конечно. Шикарно в том плане, что ты совершенно оторван от, от городов. Я что-то слово забыла, вывело у меня это слово, но здесь, конечно, все девственно. То есть, если хочешь понять Испанию, хочешь понять природу Андалусии, то вот, конечно, вот это. Другое дело, есть ли на это возможности, есть ли на это самое главное время. Ну, я вот чуть вам сейчас это покажу и надеюсь на ваши оценки. Вот здесь проходит Ромерия, я расскажу вам, что это. Ромерия – это такой национальный праздник, куда съезжаются все ближайшие деревни со своей едой, выпивкой, так скажем, на свежем воздухе, вот при такой красоте празднуют свой праздник. Он также приурочен к святой испанской, то есть какой-то святой, и Ромерия проходит в разных районах в разное время. Ну, вот такое вот видео я для вас приготовила, потому что вопросы насущные, вы знаете, чем я занимаюсь и как я подхожу к вопросу. Появился новый объект, он совершенно необычный, совершенно непривычный, и, безусловно, первый, к кому я обратилась, это к вам за советом, сколько это может стоить, интересно ли там проводить отпуск, хотели бы каждый из вас вот там отпуск провести. Скажу, добавлю, что это все близко от Марбелья и Фонхиролы, то есть это 15 километров всего, и до моря недалеко, если на машине. То есть, в принципе, как вам сама идея? Жду обязательно ваших комментариев, то есть жду ваших советов, да, ваших каких-то подсказок. И спасибо вам, что вы всегда со мной и что вы активно реагируете на мои видео. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.